Инди-игры, они такие разные. Именно поэтому у меня на канале выходит рубрика «Сборная солянка». Любые игры на ваш вкус. Найдите что-то интересное для себя и не забывайте, что это не единственная подборка на моем канале. Ну да ладно, погнали уже смотреть игры. Beyond a Steel Sky – приключенческий боевик, который отправляет нас на просторы разрушенного войной мира и предоставит возможность завершить очень важную миссию. Для начала познакомься с главным героем – мужчиной по имени Роберт Фостер, который оказывается в затруднительной жизненной ситуации. Все дело в том, что его сын был похищен по совершенно неизвестным обстоятельствам, и теперь тебе, во что бы то ни стало, нужно помочь его отыскать. Роберт столкнется с многочисленными преградами и опасностями, заговорами и жуткими ситуациями, выход из которых, казалось бы, не найти. Собрав все свои силы, герой отправляется навстречу врагу, разгадывая тайны и изучая окружающие локации, чтобы раздобыть полезные зацепки. Что касается визуального стиля, то здесь тебе предстоит покорять мир киберпанка, где от человеческой цивилизации практически ничего не осталось, а все, кому удалось выжить, управляются роботами и кажутся совершенно счастливыми, что далеко не так. Графика отлично проработана и позволит игроку с головой окунуться в эту захватывающую атмосферу. Будь внимателен, действуй быстро и прояви смекалку, чтобы изменить жизнь и вернуть своего сына. Not for Broadcast – необычный в своем исполнении игровой проект, который был предоставлен миру в жанре симулятора. Здесь ты возьмешь под свой тотальный контроль национальные новости, которые будут пускаться в вещание в ночное время. У власти радикальное правительство, а это значит, что права на ошибку у тебя быть не может. Здесь ты будешь контролировать каждый аспект деятельности компании, решая, что должны знать люди, а что нет. Твоя задача – действовать быстро, принимать решения в том или ином вопросе, а также составлять планы с помощью стратегии. Следует помнить о том, что то, что увидят зрители, окажет большое влияние на их будущее. Заплатят тебе в любом случае, но следует сосредоточиться именно на своей работе и на том, как ты ее преподнесешь. У тебя есть вся необходимая техника, информация и атрибутика для того, чтобы воплотить свои идеи в реальность. Ты можешь создавать масштабный фильтр новостей, за что и получишь особую награду. Либо встанешь на сторону правды, и тогда будешь постоянно рисковать. The Frost First Owns – приключенческая игра на выживание, в которой нам предстоит раскрыть тайну огромного мира и повстречаться с внеземными цивилизациями. Отправляйся в далекое и непростое путешествие, исследуй полностью открытые локации, добывай ценные ресурсы и собирай нужную информацию, чтобы суметь достичь поставленной цели как можно быстрее. По мере исследования развивай свои навыки, заполняй арсенал необходимыми атрибутами, чтобы суметь преодолеть любую, даже самую сложную преграду. Позаботься о ресурсах в виде воды и пищи, занявшись охотой и приготовлением. Обустрой место ночлега так, чтобы оно было комфортным и безопасным, ведь дикая природа не дремлет и готова к нападению в любой момент. Главная задача – найти способ забраться на вершину неприступной скалы, чтобы отыскать пропавшего охотника и узнать о существовании инопланетных существ. Графическое исполнение игры отлично проработано и позволит каждому стать полноценной частью этой приключенческой атмосферы. Crepper World 4. Возьмись за исполнение роли жнеца и отправляйся на огромные просторы галактик, покоряя одну за другой, оставляя позади все преграды. Игра была предоставлена как стратегия, действия которой происходит в режиме реального времени, а игроку в свою очередь предстоит окунуться в захватывающую атмосферу трехмерного мира. Тебе следует большое внимание уделить строительству и совершенствованию собственной базы, чтобы она, во-первых, была оснащена всем необходимым, а во-вторых, многофункциональной, но в-третьих, сумела защитить от нападения со стороны врагов. В твоем распоряжении есть неисчерпаемое количество энергии и полезных ресурсов, из которых ты и сумеешь построить некое убежище. Проходи испытания, изучай окружение и пополняй боевой арсенал мощным оружием. Удели внимание развитию своих навыков, ведь враг не дремлет и обретает все большую и большую силу. Твоя задача – продержаться как можно дольше, безжалостно сокрушая коварного оппонента, что позволит укрепить силы и открыть новые возможности. Darkwater Slime Invader – игра, разработанная в жанре платформер, где все действия происходят с видом сбоку. Мы познакомимся с главной героиней и ее любимой внучкой, которая отправляется навстречу приключениям и опасностям с целью спасения родного поселения под названием Гран-Гран. Сюжетная линия расскажет о внезапном нападении гигантских и беспощадных слизней, которые намерены разрушать все на своем пути. Главные героини принимают решение немедленно отправиться в далекий путь, чтобы отыскать источник возникновения врага и тут же его уничтожить. Помоги бабушке и ее внучке
поодиночке справиться с испытаниями, изучая окружение, исследуя локации, находи ценные ресурсы и полезные предметы, а также не забывай позаботиться о защите, обретая нужные атрибуты. Врагов на пути немало, столько же и препятствий, поэтому нужно уделить особое внимание развитию своих навыков и открытию новых возможностей. Главным героиням ни в коем случае нельзя расставаться, ведь они будут друг друга поддерживать и сумеют лишь вместе обойти преграду. Графика игры отлично продумана, обладает яркими красками и приятной анимацией, что очень подходит играм данного жанра. Goodbye My King. А это некое подобие популярной по всему миру игры под названием Helen Wakeboard, где тебе снова предстоит окунуться в невероятное приключение, где также присутствуют элементы хоррора. Жуткая игра будет на протяжении всего игрового процесса, поэтому будь внимательным, когда совершаешь то или иное действие, ведь даже самая маленькая ошибка понесет за собой жуткие и необратимые последствия. Проект представляет собой ничто иное, как стелс-квест, действия которого будут проходить с видом от первого лица, что позволит тебе глубже окунуться в весь процесс происходящего. Здесь тебе предстоит изучить не дом соседа, как в оригинале, а собственный замок, который полон мрачных тайн и жутких загадок. Все дело в том, что твой замок был отнят неким злым самозванцем, и теперь тебе предстоит вернуть любым способом то, что по праву принадлежит тебе. Ты пройдешь массу испытаний и заданий, чтобы дойти до конечной цели. Старайся действовать максимально быстро и бесшумно, чтобы не оказаться в ловушке у того, кто отбирал у тебя дом. Kraken Academy – приключенческая игра, разработанная в жанре RPG и успешно относящая себя к пиксельной стилистике. Нам предстоит взяться за исполнение роли главного героя, ученика Академии под названием Kraken, которая занимается воспитанием отважных воинов, способных спасти мир от различного рода угроз. События расскажут о жутком вторжении злобного гения, который полностью уничтожил Академию, не оставив от нее следа. Главному герою посчастливилось оказаться в самой настоящей временной петле протяженностью в 3 дня, а именно за это время ему предстоит найти способ исправить ситуацию и предотвратить произошедшее, уничтожив главного оппонента раз и навсегда. Справиться с поставленной миссией будет непросто. Тебе необходимо пройти немалое количество преград и опасностей, раскрыть секреты и вступить в сражение с коварными оппонентами. Графическое исполнение порадует своими яркими красками и крутыми визуальными эффектами, что создает особую атмосферу. Peace Dead 2 – игровой проект, предоставленный миру в жанре аркадного симулятора, где нам вновь предстоит исполнить роль жнеца-распределителя. Отправляйся на просторы мира, находящегося между адом и раем, а затем начни вершить судьбы. Главная задача игрока заключается в распределении новоприбывших с земли душ по трем сторонам – ад, рай и чистилище. Ты будешь вести диалоги, узнавать судьбы множества людей, принимать важные судьбоносные решения, которые порой будут даваться очень непросто. Каждый клиент уникален, и каждому необходимо найти особый подход. Именно поэтому тебе нужно уделить особое внимание развитию своих профессиональных навыков, чтобы избежать ошибок. Есть также некий профсоюз жнецов, куда мы будем отправляться после каждого рабочего дня, чтобы составить отчет, а также выполнять ряд важных миссий. Графическое исполнение игры было проработано на отлично, имеет уникальную рисовку и приятную анимацию, что точно порадует множественных поклонников проекта и новых пользователей. Rogue Spirit – это экшен-рогалик, в котором присутствуют элементы стелса, где вам достанется роль призрака. Душа принца, некогда восседавшего на троне королевства Мидра, продолжает бороться за благополучие родных земель. При жизни сын короля вступил в бой с армиями хаоса и был повержен. Однако и после смерти он не желает мириться со сложившейся ситуацией. Теперь дух поверженного королевича получил возможность вселяться в тела врагов, вытягивая у них все способности. Только уникальные комбинации всевозможных навыков помогут вашему герою на равных противостоять могущественным оппонентам. Преследуйте своих врагов поодиночке и уничтожайте их изнутри, тем самым обретая для себя их способности. У вас нет телесной оболочки, поэтому справиться с вами будет непросто. Однако враг найдет способ вам противостоять. Силы хаоса слишком могущественны. Чтобы их недооценивать, им под силу справиться с благородной душой. Будьте все время начеку и не допускайте промахов, ведь вы являетесь последней надеждой королевства. В случае вашей неудачи царство падет, все жители будут уничтожены, а плодородные земли превратятся в безжизненные пустыни. Rhythm Doctor. А это приключенческая игра, которая подарит пользователю возможность почувствовать себя настоящим спасателем людей, попадающих в затруднительные жизненные ситуации. Отправляйся в необычный мир, проходи испытания, разгадывай тайны и наслаждайся окружающей атмосферой, которую игру позволит окунуться с головой. На протяжении всего времени прохождения ты будешь знакомиться с разными людьми, узнавать их жизненные истории и проникаться тем, что они будут тебе рассказывать. Каждый пациент по-своему уникален. А это значит, что каждому нужно найти особый подход.
сосредоточь свое внимание на спасении того или иного человека, увеличивая их жизни на 0,1 лет. Ситуации будут непредсказуемые, а порой даже напряженные, поэтому тебе нужно быть всегда начеку, а также не забывать развивать профессиональные таланты, которые помогут справиться с более сложными задачами. Механика игры максимально проста, поэтому не вызовет у тебя никаких сложностей. Игровой процесс довольно динамичен и увлекателен, который не позволит скучать. Позаботься о здоровье своих пациентов и стань лучшим в своем деле. Стой! Это еще не конец. Другие игровые подборки, которые могут тебя заинтересовать, находятся слева от тебя. А справа самая новая часть игровых подборок. Следи за играми и не забывай подписаться и проверить свой колокольчик. Ведь таким образом ты всегда найдешь, во что еще можно поиграть. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.